На Кубани стартовала оперативно-профилактическая операция «Автобус», призванная снизить аварийность на пассажирском автомобильном транспорте. За три месяца этого года на территории Краснодарского края было зарегистрировано 20 дорожно-транспортных происшествий по вине водителей автобусов, в результате которых один человек погиб и 28 получили ранения. В Славянском районе в первом квартале текущего года произошло два ДТП с участием водителей автобусов, в которых два человека получили травмы различной степени тяжести. В целях повышения безопасности и профилактики аварийности в области пассажирских перевозок автобусами в период с 13 по 22 мая на территории Краснодарского края проводится второй этап целевого комплексного профилактического мероприятия «Автобус». В ходе проведения мероприятия инспекторы группы технического надзора ГИБДД проверят автотранспортные предприятия и индивидуальных предпринимателей, предоставляющих услуги в области пассажирских перевозок. При этом особое внимание полицейских будет направлено на соответствие технического состояния и конструкции автобусов требованиям безопасности, допуску водителей к пассажирским перевозкам, обеспечению предрейсового и послерейсового медицинского осмотра. Также инспекторы проверят наличие у водителей необходимой документации и соблюдение норм пассажировместимости при перевозке людей. Одновременно будет усилен контроль за соблюдением требований безопасности при организации и осуществлении перевозок детей к образовательным учреждениям и обратно.